Всем привет, с вами я, Кот Стив. О, Билл бы написал то, что у него будет раздача спикер мифа, а потом этого ученого. Вот, они у него. Видимо, Белуга захотел устроить раздачу. Раздача будет на стене, если на этом ролике наберется 500 просмотров и 20 лайков. Белуга, пошли. В этом видео мы будем проходить хард. Найтмэр не можем пройти, потому что у нас нету диджея. Подписывайтесь на Белугу, подписывайтесь на меня. Когда будет у Белуги 50 подписчиков, он хочет запустить стрим с раздачей тоже. Но у меня он будет, если на этом видео наберется 500 просмотров. Также Белуга будет участвовать там. Поэтому добавляйте нас в друзья. Ник Белуги, вот. Вот Белуга. И вот мой ник. Ну только вместо Бобур тут Капибара. А то вы меня не найдете. Так, все. У Белуги мало денег. Понятно. Я бог. Надо помочь Белуге тут. Все, Белуга. Ну, все. Лучше поставить. Здесь. Ну а сейчас прокачивай центр Тэвмена. Как только накопится 1500, я поставлю апгрейд титанка Неромана. Ну а Белуга пока что прокачивает инженера. Но почему-то он не ставит фарм. Я поставлю. Белуга поставил фармилку. Точнее, Санта Тэвмена. Теперь он быстрее может прокачать инженера. Кто не знает, как выглядит инженер, вот он. Его можно ставить только 4. Да. Если у вас когда-то появится инженер, или он у вас есть. Я буду его отключить. Белуга поставил ТВ ученого. Ну, а я сейчас буду ставить апгрейд титанка Миромена. Как только пропустится до 9-й волны, можно выключать автоскип. Потому что там... из 50. Мы почти прошли. Да, у как много волны прошли, конечно. Так, прокачиваем данную. Инженер Белуги, как он говорит, на предпоследнем уровне. И это точно. Следующая прокачка будет уже и там. То есть вот этих туалетов.
он будет наносить по 2000 в секунду. Что так-то очень хорошо. Я даже это не знал. Белуга не знал, хоть у него есть инженер. А даже я это знаю. Белуга, объясни мне это. Как? Я недавно его затронился, я раньше почему-то не интересовался. Инженер. Да. Что происходит с Белугой? Белуга при записи начинает теряться. Что вы видите? Помогите ему с этим. Если он не подписался много раз, скорее всего, сам будет делать такие видео вместе со мной. И надеюсь, он будет уже запинаться так. И не понимать, как рулить. Все. У Белуги началось, он не понимает, как рулить. Если что, когда будет раздача отпуск. О, у Белуги. И вот мой. Только вместо этого погибает. То вы тут меня не найдете. Ну а вот мой люк. Тут у Белуги, тут мой. У меня уже пальцы не Все, мы уже точно не проиграли. Мы не должны проиграть. Сейчас по 20 000, они вдвоем плюс. Да, получается, снесем. Да, мы должны. Потому что сейчас инженер заспавнит еще новых. А где он? Опа! Барьер заспавнит. Посмотрим на танки. Так, это просто туалет камер. И вот проработанный танк для Роблокса. Это очень хорошо. Даже в некоторых играх не так может быть проработано, как в Роблоксе. Поэтому я считаю, это самый лучший режим Роблокса, какие есть. Четвертый на третьем уровне. Ну тут уже точно не проигрыш. Я пока что то есть не происходит. Так, я прокачал канал титан.
много будет. Я уже на максимуме. Теперь спавнится по 4 танка. Если сварщик, сварит вода. Бей бомбу. Но я помню, я увидел, как к босс-туалету 3-0, когда играл в North Pole, сварщик прибавил к босс-туалету. Вот. Он к нему приварил, знаете кого? Босс туалета 4-0. А, нет, он называется не так. Я забыл то, что другой. Так, он приварил к нему этого. Он Science туалет. Ну, короче, ученого прибыли большого робота. Я еще поставил этого Титана Симпомена. Мне не хватает только этого. И сюда. Титан Спикермена вместо Синистер Титана. Их и все. Ну, можно так еще кого-то поставить. И все. Танками Романа на последнюю прокачку даже не надо защищаться. Кто это знал, пишите в комментариях. Ну и вот, мы собрали всех трех титанов. Ставлю еще одного титана Романа улучшенного. Качу его. Осталось только
из подписчиков хочет поиграть на 400 просмотров и 10 лайков, 15, как будет лучше. Берем первый попавший из подписчиков, который напишет в комментариях. И будем это также выходить в лайки. Но, скорее всего, мы такие популярные, это никто не захочет. Ну да, но мы хотя бы предложили. Может, хотя бы один человек согласится. Даже если... Может, это два? Ну, если два, может, кто. Точно пройдем. Смотрите, как плееры выглядят сейчас. Раньше они были более серыми. Сейчас они стали светлее. Раньше тут не было плееры, тут сидели просто большие камеромены с красными пушками такими. Плеер поменялся, видимо, по новым обновлениям. Я этого не заметил. Столик 3-0. Он ушел. Сейчас мы будем открывать по 5 ящиков. Ну, не ящиков, а Simon Units будем открывать. Если выпадет мифик, это будет очень хорошо. Мне выпал Сагар Спикерман. О, спикер Хеликоптер. Сидит, да. Ну, короче, мне и коверовый модуль практически. Ой, эпик. Мне, может, после Car Speaker Man и Speaker Helicopter мне больше ничего не падает. Ну и всем пока, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на Белого. А хотя, можно еще открыть один кейс. Airwork. Точнее, Year Case 2023. Ну, на этом видео заканчивается. Всем пока. Кто напишет в комментариях, если вы хотите в игру на 400 просмотров, когда будет, и на 10 лайков. Ну и всем пока.